Ну, план был на игру сдержать быстрых атакующих футболистов КамАЗа. В принципе, он в первом тайме у нас удался, не забили пенальти. Ну и во втором видели грубые ошибки индивидуальные, привели к забитым мячам и, соответственно, КамАЗ победил. Вопрос? Что все-таки случилось в начале второго тайма? Буквально минуту, два пропущенных мяча. Не успели выйти из радиолов? Да, почему? Еще раз говорю, грубая ошибка и исполнение. То есть голевой момент создали, Газданов вышел, пробил безупречно. В целом по игре довольны игрой своей команды? Знаете, как фрагментами, местами. Выполняли то, что просили, перемещались, немножко поменяли тактическую схему под КамАЗ. В целом она действовала неплохо. Не хватает нам, конечно, технического мастерства какого-то там, но тем не менее имели моменты, подходы. Такой был план, но чуть-чуть удача от нас отвернулась. Разбирали игру КамАЗа с Звездой, где у Звезды получилось 5 положить КамАЗу, и как воспользоваться этими же ошибками? Ну, игра на игру не приходится, сами знаете, да. Я думаю, КамАЗ после той игры тоже сделал жесткие выводы, и думаю, то, что у них там произошло со Звездой, это как исключение из правил. Думаю, сейчас они поправки сделали и бьются за выход в ФНЛ. Приятно снова оказаться на обычном лаг. Ну, можно сказать, это для меня родной дом футбольный. То есть я здесь провел 7 сезонов, конечно. Очень рад, какая здесь инфраструктура, какая здесь все красиво. Я думаю, лучшее место во втором дивизионе – это набережная Челны. Вот здесь вот стадион комфортный, здесь какие условия созданы. Парк, аллея, футбольные поля. Ну, к этому нужно всем стремиться. Как вопрос финансирования уже сейчас? Ну, я думаю, это лучший вопрос генеральному директору. Он здесь. Конгородов Дмитрий Вениаминович здесь, да, но в целом скажу, что ситуация была очень плохая, вплоть до снятия клуба, знаете, наверное, да, до начала чемпионата. На скорую руку собрали команду, акцент, конечно, на местных ребят, которые многие первый сезон вообще проводят там в профессиональном футболе, здесь во второй лиге. И, конечно, шишки свои набиваем, в том числе и я. Спасибо.